Всех приветствую на канале Helping Animals. Лохматый пес неделю пролежал неподвижно в холодной луже. Жители заметили у одного из университетов грязного, обреченно лежащего в замерзающей луже пса. Он не скулил, не звал на помощь, а лишь изредка приоткрывал глаза, словно ни на что не надеясь. Страшно сказать, в каком состоянии он находился, когда его нашли, тощий, грязный, неходящий, простуженный. Ветеринары при первом же осмотре установили, что пса сбила машина. У него был серьезный перелом таза, а из-за того, что он долго лежал в ледяной луже, тяжелое воспаление. Но несмотря на все проблемы, они все же взялись за его лечение. Студенту, так назвали пса, пришлось пройти не через одну операцию, чтобы вновь научиться ходить. Ему то становилось хуже и он почти ничего не ел, то он бодро бегал и вилял хвостиком, приветствуя всех вокруг. В конце концов стало ясно, что студент окончательно пошел на поправку и теперь его жизни ничего не угрожает. Наконец, когда студенту оставалась последняя операция, его решила забрать в свой дом семья, которая помогала с лечением, чтобы вместе с ним завершить начатое. Посмотрите, каким стал студент в руках любящих его людей. Сейчас он полностью здоров, счастлив и энергичен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.